4 человека погибли, десятки пропали без вести, 100 домов полностью разрушены в результате оползня в северной провинции Афганистана Тахар. Сход был вызван проливными дождями и землетрясением. Как сообщают местные СМИ, все произошло рано утром, когда многие находились дома, поэтому власти не исключают, что количество жертв может возрасти. В район бедствия прибыли отряды полиции и спасатели, они разбирают завалы.